Так, вот продолжаем снимать. Это будет голубка. Это стоять, блин. Это будет голубка. Вот это будет. Вот этот будет. Уже воркует это вообще, воркует уже. Это будет самец. Вот как я говорил, самец молодой. Возможно, у него краб будет на голове чуть-чуть. Первое время. Потом он весь обелится. Голубка то же самое. Ну, будут белые. Глаза белые, чубы на месте. Пальцы открытые. Коробка не позволяет держать стойку. Вот, видишь, голубка показывает, что она голубка. Когда молодая вот так вот задиристая такая, защищается, это обычно без воркования. Это говорит, что голубка. Получается, вот будет пара. Не хочу, еле как тут их этот, даже не хочу руками на них это. Просто сейчас, сейчас я попробую вот эти. Сейчас. Так, вот это вот самец у нас. Уже он воркует вовсю, все. Стоечка, шмоечка. Ну-ка. За ней. Вон, вот она показывает себя. Что у нас, сучка, голубка. Ей надо обязательно, обязательно поскандалить. Так. Самец старше нее. Почему? Потому что он уже воркует. До грева гнезда не дошло, но он уже воркует. Это голубка. Это голубка. Сегодня 22, если я не ошибаюсь, 22.07, 23 год. Вот. Вторая, точнее, первая линька у них вот началась. Почему? Потому что самец, видишь, уже обеляется. Ну, у него как почему-то, как у малябаша, башка пока не трогается. Вот. Ну, белые, синеклювые, они так и линяют, по идее, по моим наблюдениям. Вот. Стойка у него хорошая, у голубки тоже. Лохма тоже хорошая. Лохма тоже, вот, обрати внимание. Лохма. И у голубки вот лохма. Клювы сядут. Вот. Сзади два кафеля. Это так. Сзади два кафеля. Это получается у нас 41 сантиметр кафель. Сзади. Ну, от шва до шва. Почему? Потому что сам кафель 40 сантиметров. Ой, сам кафель 20 сантиметров. Один в ширину. Ой, туда-сюда. Вот. Из подлетных родителей. Ой, твою мать. Что ты будешь делать уже? Вам не надоело, ёлки-палки, вам не надоело? Вам не надоело туда-сюда елозить? Целая проблема снять этих. Ну все, вот. В общем, слева самец, он от самца номер один. Справа голубка, она младше него, где-то да почти на месяц младше него, да. Даже на месяц с хвостиком младше между ними разница. Почему? Потому что не так давно она самостоятельно начала уже кушать. Этот уже в линьку пошел, обеляется. И уже воркует, смотрю. Территорию свою защищает. И это только может вот так вот щипать, докапываться. Ох, блядь, на плечо мне сел. Давай, слетай с плеча. Иди к своему самцу. Так, ну ладно. Завершаю съемку. Так, давай, вали. Thank you.
Что так это место нравится? Тебе что так это место нравится? Вот, в общем, будет пара. Сладкая парочка. Глаза. Глаза. Сюда смотри, сюда. Ага. Глаза. Чипки. Ну, вот так вот. В общем. Еще раз. С левой стороны самец. Он повыше. Он повзрослее. На месяца полтора. С правой стороны голубочка. Голубочка от самца номер один. На предыдущих видео буду скидывать. Самец от самца номер два. Мам, постараюсь снять. Если нет, просто на пескунах только вылупились. Там такие тоже неспокойные мамы. Боюсь, там затопчут, такую эту поднимут. Сейчас в гнезде. Такие вот дела. Че, туда-сюда по голубятнику тебя гонял? Теперь здесь, да? Налеталась? Успокоилась чуть-чуть?